Да ладно, возьму. Ой, папочка. Ну что ж это такое-то, а? Ну, наплевали, насолили. Что надо делать-то? Убрать! Убрать надо! Давайте, давайте, давайте. Thank you.
трясину заведете на гибель тяжкую. На потеху кикимора сгиньте, сгиньте огни чистые. Ох, страх какой! Ох, пусти меня, дремучий лес! Отпусти на волю мою доженьку! Слушайте же, доченьки, слушайте.
це у хазяїна неведомого. И умереть мне теперь за это смертью безвременной. Жив останусь, коли пойдет вместо меня во дворец заморский заколдованный. Одна из дочерей моих вот так вот возьмет, махнет три раза цветочка маленьким и уйдет навсегда от нас, хозяину неведомому. Нет, не по мне. Я так скажу, батюшка. Ну что ж, тебе ведь и так жить все недолго и осталось. А мы только жить начинаем. Надо! Надо тебя, батюшка, от смерти выкупить! Да только в наше дело сторона. Для кого ты цветочек сорвал, тот пусть тебя и покупает. Раз. Алёнушка! Два. Нет! Три. Алёнушка! Thank you.
не убоялась, не убоялась. Чудище, дочь купеческая. Ну да ничего, я иду с другим способом. И следу, так, я мой кошечек обсадил. Махни им три раза и очутишься там, куда сердце зовет. Господин мой добрый, господин мой ласковый, пей своей Алёнушке. Пойдем, нянюшка, домой, скорей, домой, домой. Пойдем, пойдем, пойдем. Раз, два. Вот что.